На презентацию аудита пенсионной системы в Госконтроль прибыли представители всех крупнейших средств массовой информации республики, и это неудивительно, ведь тема пенсий касается абсолютно всех жителей. На сегодня в Эстонии 412 тысяч пенсионеров, что на 10 процентов больше, чем еще 10 лет назад. На выплату пенсий в прошлом году потребовалось свыше 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это пятая часть всего бюджета страны. При этом расходы в данной сфере превышают доходы от соответствующих налоговых выступлений на сотни миллионов евро в год. В 2014 году дефицит составит 363 миллиона, а через три года достигнет почти 500 миллионов евро. Необходимо срочно менять правила, иначе в долгосрочной перспективе с учетом старения и сокращения населения на покрытие пенсионных расходов будет требоваться все больше бюджетных средств. А значит государство не сможет использовать их для инвестиций и развития других не менее важных отраслей. Уже сейчас государство способно многое сделать для стабилизации ситуации, и важно не тянуть с принятием решений. Нынешняя пенсионная система не обеспечивает даже того, чтобы люди дорабатывали до установленного пенсионного возраста. Аудит госконтроля показал, что в среднем на пенсию выходит в 59,6 лет. А если учесть и пенсионеров по нетрудоспособности и потере кормильца, то на пенсию выходит вообще в среднем 52-летние. Хотя государство приняло решение повысить к 2016 году общий пенсионный возраст до 65 лет, дальнейших шагов по обеспечению устойчивости пенсионной системы не сделано. Одной из мер по реформе пенсионной системы может стать внедрение успешно работающих в ряде стран автоматических механизмов приспособления. Они позволяют, например, увязать возраст выхода на пенсию с ожидаемой продолжительностью жизни и поставить размер пенсии в зависимости от числа пенсионеров. Анализ таких механизмов намечен лишь на 2019 год. Мы предлагаем открыть дискуссию раньше, уже в 2016 году, чтобы обеспечить более плавный переход. Наряду с повышением возраста выхода на пенсию Госконтроль в своем аудите рекомендует министрам рассмотреть возможность также отменить досрочную пенсию, спецпенсии, пенсии за выслугу лет и получение пенсии по старости на льготных условиях. Предлагается также усилить государственный надзор за деятельностью пенсионных фондов второй ступени, которые являются наименее доходными среди стран Организации экономического сотрудничества и развития, а оплата за обслуживание в них наиболее высокая. Словом, речь в основном идет о методах кнута, а вот пряников для будущих пенсионеров, вроде налоговых или иных льгот, существующих в ряде стран, государство, похоже, предложить пока не может. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.